Ночные морозы до минус 25 и дневной плюс ждут жителей Томской области в ноябре, сообщает РИА Томск со ссылкой на региональных синоптиков. Так, среднемесячная температура воздуха в последний осенний месяц составит минус 8-9 градусов. По северу Томской области минус 10-13, что около нормы. По северо-западу выше нормы на 1 градус. С 1 по 5 и с 16 по 25 ноября ожидается понижение температуры воздуха ночью до минус 15-20 градусов, местами 25 градусов ниже нуля. Днем до минус 10-15 градусов, местами минус 20. А вот с 5 по 15 ноября преобладающая температура воздуха ночью минус 1-6 градусов, днем минус 3 плюс 2 градуса. По данным синоптиков, месячное количество осадков в Томске и области будет около нормы. Снег ожидается в большинстве дней второй декады, в начале и конце месяца.